У Ванессы был хороший продюсер, который ее двигает. А до нее еще, в конце 70-х, начало 80-х, была такая команда, называлась фолк-группа, по-моему, Юрия Назарова. Вот там, там такая девочка была, Тамара Сидорова. Она бы эту Ванессу заткнула за... Она так... У меня есть ее запись. Это что-то. Она сейчас, кстати, приехала сюда. Вот, она красивая, она в Москве. Она в Германии живет. Она сейчас сюда приехала. Да-да-да. Вот. Да, да. И не знаю, она приедет к нам сюда в Питер или нет, но в Москве уже у нее буквально она концерты. По центральной телевидении. Да-да-да, это что-то. Я... Саша, а теперь немного посвященной нашей встрече. Тоже несколько слов скажи, посвященной встрече-то. Ну, сегодня, да, я хочу сказать, что сегодня 85 лет мы отмечаем. Да. Заодно Масленица еще, да. И вообще, я хотел назвать, вообще-то, праздник весны и праздник жизни, хотелось бы назвать. Праздник жизни. И недавний праздник, 8 марта. Ну да, ну это близко. 12 да. марта. Да, март вообще хороший месяц. 12 марта. В марте рождаются хорошие люди. Да. Например, я. Да. А почему бы и нет? Вот мы с Сашей, вот, в принципе, я очень давно хотел к Рудольфу приехать, но хотел обязательно провести Володю Васильева, который все знают как царь. Жаль, что не да. Это мой друг. Но, к сожалению, у него то гастроли, то гриппует, то еще что-то. Сейчас вот он в больницу попал, у него связки. Тоже со связкой. Вот. И никак. И я поздравляю Сашу, и что-то мы заговорили. А давай съездим, давай. И вот, ну вот так и, все, вот да, мы, так принципе, и случилось. Да. Все так это и случилось. Вот. Да. Я как шофер, он как организатор. Вот все, что получилось. Вот и все, все очень Василий просто. Да. Царю поющих гитар. Сейчас, подожди секунду. Давай. Володе Васильеву великолепному царю. Ну, великолепнейшему тогда царю. Из поющих гитар, музыкант. Вечная слава и здоровье, что его петческие связки не скрипели, как мои старые, а звенели, как у молодого юного комара, звонко, громко, мелодично и в веках. О! Володя, привет! Здоровья, Володя! Привет ему и здоровья! Да. Отлично!